Найденного в Алданском районе лебедя привезли в зоопарк Ортодайду. В учреждение птицу доставили в воскресенье. Сейчас ее держат на карантине. Нашему корреспонденту Юрию Осипову удалось увидеть птицу, занесенную в Красную книгу. Раненую птицу нарекли красивым именем Дивный. Он был назван в честь поселка, в котором был найден. Обнаружил его местный житель Александр Фомичев. Находку сразу отнесли местному ветеринару, который оказал первую помощь. Как только появилась возможность транспортировки, его отправили в зоопарк Ортодайду. Проведя в пути около 6 часов, Дивный прибыл на место назначения. В Алданском районе был обнаружен лебедь. И мы, согласно по реабилитационной работе своей, приняли его 2 октября в зоопарк и привезли его в машине, в транспортировочном ящике. И он был обнаружен местным жителем. Его обнаружили в поле, раненым, он не мог летать. Как только лебедь прибыл в зоопарк, его накормили. Специалистами был проведен осмотр. Со слов ветеринара, было обнаружено входное отверстие от пули, но не найдено выходного. Окончательный диагноз поставят после рентгеновского снимка. На данный момент Дивный находится в состоянии стресса. Ведется работа над сохранением его крыла. Если крыло удастся сохранить, то после прохождения курса реабилитации весной его выпустят на волю. Осмотра состояние было не тяжелое, а угнетенное состояние. Так, правое крыло было повреждено, травма на вид огнестрельная. Кликуны занесены в Красную книгу ЯССР, и добыча его запрещена. В местах концентрации мигрирующих и гнездящихся птиц создан резерват Усть-Вилюйский. В середине 19 века кликун образовывал тысячные скопления, а в 70-х годах 20 века за весну регистрировалось всего лишь около 260 птиц. Сейчас на территории зоопарка Ортодайду обитает 5 лебедей-кликунов. В теплое время они проводят на озере вместе с другими птицами. С наступлением холодов их перемещают в теплое помещение. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.